Здравствуйте, зрители моего канала. А вот на этом самом месте у меня будет стоять еще одна тепличка 7 на 20, и вот в таких экстремальных условиях погода не щадит, льет дождь, уже двухмесячная норма осадка в Башкирии выпала, местами месячная уже точно выпала на начало июня 2022 года. А вот на таком простейшем трубогибе я гну трубы, подставляю вот эти бочки, потому что держать некому, делаю один, жене некогда, да и маленькая хрупкая женщина, куда ее. Поэтому наш век высоких технологий, Илон Маск может позавидовать. Гнул один, к сожалению, видео нету. Поверьте мне на слово, это было весело. Сейчас покажу вам дуги, которые я нагнул. Вот они, 21 штука получилось. Две трубы по 6 я, получается, соединял между собой с помощью сварки. И вот уже первые две дуги начал уже обваривать так, чтобы как они будут стоять там с элементами. Так, еще забыл сказать, две дуги у меня получается, вот это они будут в начале и в конце, потому что у них на понизу будет еще идти труба, так как здесь будут еще воротины. Вот получается, здесь у нас форточку не буду делать. Здесь у меня метр между поперечиной. Просто будет воротина порядка 3 метров, потому что, блин, делаю один, уже замучился. Прошлую теплицу сделал с форточками, в итоге ничего я там не придумал, не лазю, так они у меня закрытые есть. Так что вот на таком этапе у меня в данный момент все происходит. Трава прет ужас, потому что дожди льют нещадно. 3 дня дождь, полдня тепло. Как раз для травы. Что вот так, ладно, едем дальше. Нагнул 21 штуку труб, получились такие вот арки, приварил поперечные и вот эти элементы, которые жесткости придают. Все это делал тоже в перерывах между дождем. Вот сейчас осталось все это дело покрасить. На двух, получается, своих арках еще по низу трубу упустил, потому что там будут воротины стоять. А на остальных, получается, у меня таких поперечных нижних элементов я не стал делать, потому что они просто войдут в трубы, в землю забетонированные. И так, таким образом будут крепиться. Вот, так что вот такие дела. Едем дальше. Прокрасил я в итоге свои арки эмаль грунтом по ржавчине, прям все это дело красил. Теперь остается тот свой участочек. Сейчас траву подкашу и начну устанавливать трубы, в которые будут уже концы арок входить, потом привариваться и бетонироваться. Ну или сначала те трубы, которые войдут непосредственно по периметру, их, может, сначала забетонирую. Сейчас буду смотреть. Сначала надо выкосить траву. В общем, такое замечательное утро. Наконец-то у нас тепло, светло. Второй день лета по-настоящему. В общем, полный вперед.
Сегодня занимаюсь тем, что заливаю трубы. ПЦС размешиваю, самый обыкновенный. Трубы установлены, вбиты до глины. Они там, получается, загружены, погружены. В целях экономии немножко бутую. Вот камушки какие-то, остатки кирпича. По этой стороне по левой уже прошел. Где-то в стаканчике насаживал, чтобы вовнутрь трубы не попало всякая бяка. Вот по этой стороне осталось. Сейчас я думаю закончу скоро. Вот так вот их бутанул и буду заливать. Опять-таки в целях экономии. Все дорого. Ладно, погнали.